Спасибо вам. С нами ли «Голос Отечества»? Здравствуйте, Мария Владимировна. Да, здрасте. Вопрос сегодня такой. У посольства Соединенных Штатов Америки в Москве проходят акции в поддержку изменения ядерной доктрины в пользу возврата нацеливания наших ядерных ракет на города США. Ну и, соответственно, другие реформы национально-освободительного движения. Могли бы вы подсказать, как влияют подобные методы выражения мнений народа на принятие решений в стране? Они, безусловно, учитываются, а у людей уже накипело, мы же видим. Люди прекрасно понимают, это не просто, так сказать, какие-то пиар-акции, это не просто какие-то, знаете, мероприятия от отсутствия возможности, так сказать, занять себя в свободное время. Москва дает такие колоссальные возможности для времяпрепроведения, что придумать особо ничего не надо, просто у людей накипело. Люди слышат агрессивную риторику со стороны официальных лиц в Вашингтоне. Люди видят действия американских политиков. Люди прекрасно понимают, кто стоит за украинским кризисом. Люди видят ту манипуляцию, которую осуществляют западные средства массовой информации. Потому что единое информационное пространство сейчас и, безусловно, так сказать, новости, которые демонстрируются и показываются даже за океаном или в Западной Европе, также доступны нашей аудитории. И люди пытаются выразить свое мнение, в том числе, кстати говоря, реагируя на заявления Вашингтона, Лондона, Парижа, Берлина и Брюсселя о том, что якобы это не российская политика, так сказать, основанная на принципах демократии, когда должен быть отражен глаз народа, а якобы это все российская пропаганда. И люди выходят уже к посольствам, причем не только Соединенных Штатов Америки, но и других западных стран, по разным поводам для того, чтобы, мне кажется, уже подкрепить своими собственными действиями в рамках закона, что важно, и не переходя, так сказать, к каким-то незаконным, нелегитимным действиям, подкрепить то, что говорят официальные лица нашей страны. Это, безусловно, нашло отражение и, не знаю, в ходе, так сказать, вот прошедших, состоявшихся выборов президента нашей страны, когда озвученные и раскрытые полностью тезисы, которые представил Владимир Владимирович Путин, были восприняты нашим народом и поддержаны, вы цифры видели сами. Но есть еще инициативы гражданского общества, кто-то занимается поддержкой, сбором помощи, разной помощи, материальной, так сказать, и моральной, оказанием этой помощи нашим бойцам на передовой. Кто-то заботится о семьях, которые проводили своих, так сказать, кормильцев своих, членов своих семей на передовую. Кто-то проявляет свою гражданскую активность, волю, сопереживая, сочувствуя, и в том числе гражданскую совесть, проводя гуманитарные, благотворительные мероприятия. А кто-то считает необходимым донести до стран коллективного Запада, обвиняя их в прямом пособничестве, в частности, даже совершение терактов, нагнетание ситуации, эскалации кризиса, милитаризация европейского континента через демонстрацию своего негодования перед посольствами. Поэтому мы видим и логичность проведения подобных акций. Всегда призываем и подчеркиваем, что они должны проходить исключительно в рамках законности, закона с соблюдением всех требований. Мы, безусловно, привержены обеспечению безопасности дипломатических и консульских учреждений зарубежных стран, равно как и требуем от них соблюдения подобного, что, к сожалению, мягко говоря, не исполняется представителями коллективного Запада порой в отношении российских дипломатов. Но мы
еще раз говорю, прекрасно видим и логику подобных событий, и логику, которая движет людьми, которые организовывают подобные мероприятия. Спасибо большое, Мария Владимировна. Спасибо вам.